Всем привет, друзья, на канале Baby Go Show. Здравствуйте, наши дорогие. И сегодня мы снимаем игру, развивашку про животных. Называется она Вири. Погнали! Здравствуй, дорогой друг. Здесь ты можешь поиграть с носорогами, жирафами, орангутанами, сурикатами, львами, фламинго, а также наблюдать за ними и другими животными в прямом эфире. В прямом эфире будем наблюдать за животными. Жми скорее на кнопку и давай начнем. Погнали. Играть. Орангутан Джанто. Игру с зомбами и мини. Игры с коробкой. Привет. Это орангутан по имени Джанто. На кого похож? Ему 3 года. На кого похож? 3 года. 3 года. А тебе сколько? 3. А, правильно. Ровесник твой? А это мама Джанто. Мама. Аннет. Волосатый такая, да? Джанто и его мама проголодались. Давай-ка их покормим. Давайте покормим. Перед тобой картонная коробка. Встряхни телефон 1 раз, чтобы положить туда еду для Джанто и Аннет. Ну-ка, встряхни. Ты не встряхнул, а бросил. Отлично. Джанто и Аннет очень любят фрукты и овощи. А ты любишь фрукты и овощи? А это Вири-бокс. Там внутри есть маленькая видеокамера. Подожди. Туда помещается много-много изюма. Встряхни телефон. Хорошая коробочка. Раз, чтобы насыпать туда изюм. Ого! День ты встряхнула, бросил опять. Достаточно встряхнула, Денюш. Джанто обожает изюм. А ты любишь изюм, Денюш? Да. Да. Нет. Не любишь изюм? А Джанто обожает, видишь? Встряхни телефон, чтобы поместить Вири-бокс в картонную коробку. Смотри, как надо тряхнуть. Держи вот так. Не сам. А вот так просто. Не сам, не сам. Давай, тряси. Да не бросай. Ди. Очень хорошо. Упала. Ты надо не бросай, ты тряси. Вот так берешь такой, раз. И трясешь, понял? Бросай. Тряхни телефон еще раз, и они получат коробку. Подожди, подожди, по карману тряси. Вот, давай. Вот. Видишь, как мама Джанто заботится о нем? Она сначала открывает коробку сама и только проверяет, что все в порядке, всякой фигни там не было. Сына. Вот видишь, все в порядке, можно позвать сына. Интересно, что Аннет вынет из коробки первым делом? Что она это там вынет? Вири-бокс. Что это? Вири-бокс. Вири-бокс. А вот что он нам показывает. Вот, и мы сразу камеру видим на обезьянок, да? Опа. В нашем Вири-боксе она догадалась, что есть изюм. Аннет поднимает Вири-бокс повыше, чтобы изюм падал сквозь дырочки прямо ей в рот. Видишь, какая умная обезьяна? Умница, Аннет. Умница. Посмотри, у Джанто новая игрушка. Он играет с коробкой. А ты чем накрываешься? Как ты думаешь? Чайщиком. Джанто, человекообразная обезьяна или просто кто обезьяна? Это? А вот типа, совершенно верно. Ого, какой ты шустрый. Человекообразная обезьяна? Ну, конечно, да. Человекообразная обезьяна. Хвоста нету, да, у нее? У него да. Нет хвоста. Теперь следующий вопрос. На Земле десятки видов приматов. В отряд приматов входят лемуры, обезьяны и люди. Какие приматы встречаются нам чаще всего? Кто чаще встречается, обезьяны или люди? Люди. Люди. Умница, на улице, да, людей чаще видят? Плюс молодец, Дим. Продолжаем. Опять Джанто спрятался, как ты под одеялом, да? Ты видишь приматов каждый день, потому что все люди – приматы. И мы вот с тобой вот тоже. Орангутаны – одни из ближайших родственников человека. Можно сказать, наши с тобой двоюродные братья. Вот так вот. Родственники почти Джанто наши. Джанто его маме достались вкуснейшие фрукты. А Джанто еще и отличная коробка для игр. Друзья, сегодня мы посмотрели отличную познавательную развивающую игру Вири. А у нас кто был? Орангутан? Как его звали? Джанто. Мы узнали, что любят приматы кушать, что они наши родственники. А там на самом деле в этой игре еще есть фламинго, носороги, хищные, по-моему, кошки, да? То есть много чего еще можно посмотреть. Ну, в общем, если вам понравилось, пишите свои самые лучшие комментарии. Конечно же, ставьте на пальчики вверх. И нажимайте на колокольчик. И не забывайте подписываться на канал. Ну, а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Пока! Приматик мой.